Всем привет, ребят, с вами Антон, и давненько не было Сони на моем канале. Вот, в этом видео она сыграет с новым киллтеком, новым дробовиком, кто не знает. Вот, Соня, скажи, что ты знаешь по поводу этого дробовика. А, кстати, поздоровайся, да. Всем привет. И расскажи, что ты знаешь. Я ничего не знаю. Ну, как обычно, ничего не меняется, Соня ни хера не знает. Вот, в этом видео Соня будет нагибать с него, так что всем приятного просмотра. Кстати, играть она будет на ветеранах сервера Альфа, то есть, это пот. Если ты еще не играешь в Warface, и при этом ты хочешь получить на аккаунт топовые пушки серии Магма, просто переходи по ссылочке в описании и забирай пушки серии Магма на 7 дней. Также ты получишь шлемаешь этой же серии на такой же срок. Все ссылочки будут в описании. Хорошей прокачки. Давай, Соня, все, сейчас сразу слева будет. Вот тут слева. Прям заходишь и слева человек. Давай. Сейчас будет справа. Почему ты прицелилась? Не я сейчас я буду по рукам тебя бить нахуй, если ты будешь прицеливаться в упор. То есть ты теперь не орешь на меня, ты меня бьешь. Да, все, новый этап отношений, ебать. Теперь я начинаю тебя пиздить. Они умирают, а ты стреляешь куда? Ебать, ты глазами хлопаешь, я в шоке. Вот, все. Перезарядочку, дозаряжай, Соня. Он же может дозаряжать. Типа ты пока. Я боюсь. Да не бойся, чего ты боишься? Я боюсь. Слева, Соня. Слева, давай. Еще слева, давай. Давай, Соня. Беги, не бойся. Бегу. Никого здесь не было. Антон, ты меня. Я не обманул. Просто игра залагала. Давай. Да, он просто испарился. Давай, туда сейчас будет справа, давай. Давай, Соня, давай, беги. Стреляй, что ты не стреляла-то? Я бегу. Ну куда ты? Не в туда, не в те ворота. Сзади, ты что рубишь? Ну, я виноват, что игра забабанная какая-то. Забабанная? Я стрельнула. Тебя, опа, повышение децибел сейчас было. Близко. Хлоп-хлоп. Слева, сзади, слева. Все, найс, давай, слева еще. Стреляй! Ну стреляй, не бой! Найс, еще справа будет там. Сейчас там будет слева, блин. Почти убила, видела? Ты ему дала не ваншот в голову. Мне страшно. Справа! Да я боюсь! Да убила! Не бежит! Справа! Тебя... Тупой какой-то игрок. Фига ты хейтер. Соня, подкатываться надо. Ты... Я не умею. Shift F. Да у меня не получается, наверное. Надо учиться, Сонь. Понимаешь, у тебя процесс стагнации, ты типа все хуже и хуже, если ты не будешь развиваться. Да, давай. Сейчас еще слева, Сонь, давай. Хорош, лучше. Да зарядка, Сонь, не забывай. Справа. Ты просто бегай. На, видела, как ты стрелял, прям четко просто. Сзади, давай. Ну почти, типа ты стрельнул даже, типа ты среагировал на него. Давай, стреляй. Хорош, еще стрей. Найс, лучше. Перезарядка, Соня, сразу. Сядь, Ctrl и перезарядка, Ctrl. Ctrl. Да я боюсь, куда? Я нажимаю, куда-то он идти, не надо, садится. Потому что ну, там игра долбоебическая просто. Давай. Он тебя случайно убил. Он не под тебя стрелял. Тащи, справа, иди направо иди. Давай. Хорош, лучше. Прости, пожалуйста, ради бога, прости, я не хотел. Справа, давай. Справа, Соня, справа! Слева! Молодчина, ебать. Закликала эту суку. Давай, Соня, слева! Откуда у них деньги на женщин? Ну, блядь. Кстати, это вопрос такой. Я бы сказал, даже философский. Слева, ты что не видишь? Я видела, я обходила эту арбузную штуку. Так ты можешь обходить, но мышкой-то крути в ту сторону, типа... Ой, блин. Да, я тут. В прицеле стреляй, давай. Да стреляй, не... Во, видишь? Попала и убила. Ого! Настя, ну ништяк ты, братан. Что? Ты почти в плюс играешь, ты в курсе на ветеранах сервера Альфа, ты чё, рофлишь? Давай, попади. Настя, лучше, перезарядка, Соня. Надо перезарядиться. Блин, почти, Соня. Расслабляйся, Соня. Справа. Ты чё, не увидела? Ты чё молчишь? Не увидела. Я сосредоточена. Давай, Соня. Сзади. Тут я виноват, как бы, понимаешь, ты бы его убила. Да. Тут я тебя зарунил только что просто. О, хорош, нифига ты убила нормально так, кстати. Давай еще, Соня, Настя, еще. Блин, почти. Не смотри, играй до конца. Справа, давай. Давай, слева будет. Где-нибудь. Давай еще справа. Блин, почти перевелась. Если бы ты перевелась, это было бы вообще нереально, на самом деле. Они как в Warface Mobile, все гранатами убивают. Ага, в натуре. Давай, контролируй. Ну почти. Если бы не этот чувак, ты его убила, думаю. Лежит! Я думал, он мертвый. Нет, он лежит и отдыхает чисто.
Куда ты бежишь? Сюда. А зачем? Все за тебя могут 3 человека убить. Вот сейчас близко у тебя будет. Да у меня 6 раз, блин, Антон, больно. 6 раз? Не надо, да тут точно не надо сейчас. Довел до слез. Кого? Опять это баба. Тупая, да, баба? Да. Давай, стреляйся, это баба, Соня, это баба. Я её убью. В жизни? Сейчас будет сразу слева, Соня, вот прям заходишь и слева. Я тебя наебал. Обманул. Ну смотри, ты сыграла в стату 0.8 или 0.7? Правильно, 0.8, ну в принципе неплохо, да? Для первой каточки неплохо. Ну да, кто-то 2.1 играет. В смысле, ну ты первую катку с ним скатала с счетом 0.8. Ты бог, Сонь, ты гений. Ты, ну, признай, скажи, что я бог. Давай, вот тебе микрофон, говори. Я бог. Молодец. Так, ребят, как я так, Соня поиграла с новым дробовиком Килтеком. Если вы хотите еще больше видео с Соней, то ставьте лайки, да, пишите в комментарии, какая Соня умничка, потому что она комментарии читает. Мне понравилось играть за медика. Не, тебе дробовик как вообще? Ну, у тебя он пушечный, он ваншотит. Это... Даже Соня с ним сыграла, прикиньте, практически в единицу. Типа Соня вот это вот сыграла в единицу с дробовиком, это же имба реально, ну по факту. Типа Соня за инженера там еле-еле вкусно, ну в 0.8 максимум она играла, максимум. Тут она со второй катки получается, то первая, потому что была против реально жестких типов, она со второй катки сыграла практически в стату единицу. Типа человек, блядь, даже по факту в игре 6 часов не провел. Как бы, понимаете, да? В общем, ребят, с вами был Антон и Соня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Пока.